Итак, привет, дружище, давай сразу предупрежу, все, что я скажу в этом видео, это мое личное мнение, и, возможно, мое мнение не совпадает с действительностью, я ошибаюсь, я не прав, и просто как бы буду говорить на эмоциях, так что, пожалуйста, имейте это в виду. Вы усаживаетесь, как обычно, поудобнее. Сегодня у нас, не знаю, знакомство, тест. Я не знаю, как назвать это видео. Я не знаю, как это назвать то, что мы будем делать сегодня с новым донатным героем, с новым эпик-героем. Просто удачно, да, удачно. Лучше удачно усаживайтесь поудобнее, да, там, пельмени, все как вы любите, помидорки. Сколько в день видео выпускаю, столько раз вы должны пельмени кушать. Лайк, княжеский, подписка. Короче, я просто немножечко на эмоциях. Записываю это видео в среду. Наверное, выложу его все-таки в четверг. Не буду уже ночью выкладывать видосы. А может, выложу сейчас как-нибудь в попыхах, если получится его записать коротким. Не суть. Сегодня у нас пойдет разговор по поводу нового героя под названием Динамо. Обратите внимание, он здесь стоит один. Да, ребята? Вот он один. Я его поставил одного. Как бы стоит. Сразу, очень важный момент, да, ребят, нахожусь на аккаунте своего сагильдийца, спасибо ему за это. Смотрите, он не докачан, вот его соги прокачивал, да, то есть, ну, сколько мог прокачать, столько прокачал. Смотрите, это первая эволюция, 200 уровень. Подожди, тут даже по сути, ну, да, тут нету прорыва. Тут не вставлены никакие герои. И сейчас вставлять не буду, вы поймете почему. Единственное, что как бы я прокачал судьбу. О, ну тут насколько можно было прокачать, но это опять же, это полная ерунда снаряжение. Смотрите, тут даже чары не ставились, созвездия, смотрим. То есть, ну, герой как бы абсолютно по сути не прокачан. Ну да, здесь вот где-то пятая точность. Вы могли пятую точность наблюдать. Короче, недокачанный в задницу герой, да? Давайте немножко, ну, чтобы там оно информативное было, я хоть в этом видосе зачитаю описание его умения. Чтобы вы понимали вообще, что будет сейчас происходить. Вот она, Динамо, 10 умение. Призывает энергетическую сферу на 2 случайные вражеские цели. Цель находится в центре эффекта. Сфера наносит урон в размере 108% от атаки героев по цели врагам вокруг нее каждые 0,2 секунды. Смотрите. Сфера наносит урон в размере 108% от атаки героя по цели. Смотри, он, то есть, и по этому герою наносит 108%, да, на кого эту сферу поставит. И плюсом еще он наносит врагам вокруг этой сферы, друзья, урон каждый, грубо говоря, 0,2 секунды в течение 5 секунд. То есть это, господи, это он до хера раз долбанет, да? То есть 5 раз в секунду, 25 раз за 5 секунд. Этот урон игнорирует эффекты превращения урона в лечение и лимиты на получение урона. То есть, ну, сами понимаете, ребята, такой герой, как Фрея, да, там, и многие другие просто идут в одно место. Когда у этого героя менее 50% здоровья, он восстанавливает 6% здоровья каждую секунду. То есть, кажется, ну 6% здоровья, ну это херня полная, да, ребят. Но не забываем, это эпик-герой. Во-первых, да, мы сюда можем ставить ему помощников, которые будут увеличивать его атрибуты. А далее, не забываем, какие таланты мы можем ему поставить. Там стойкости, херостойкости и прочее, там просто умножать. Не забываем про... грубо говоря, вот эту вот залупу, которая в конечном итоге рано или поздно возьмет, там докачается, и тут еще плюсом пойдет здоровье. Про все, ребята, не забываем, про созвездие, про все не забываем. То есть, по факту, в определенных случаях он будет дико дохера хилиться. Да вообще, в принципе, для такого героя 6% это много. Это серьезнейший отхил. Дальше идем, смотри, кулдаун 7 секунд, когда у этого героя менее 50. Я просто сейчас им немножко, ну, побегал, я просто в шоке пребываю. При том, что это, сука, не прокачанный герой. Когда у этого героя менее 50% здоровья, он восстанавливает 6. Так, это я читал. Дальше, не может получить более 40 000 урона за удар. Включает иммунитет ко всем состояниям. То есть, я думаю, что ему... Ну, раз это эпик герой, раз это новый герой, для прокачки данного героя нужно огромнейшее количество бабок. То есть, ну, вы сами понимаете, что, по сути, я думаю, у него иммунитет будет от всего.
Так, все. А далее еще момент. Сейчас бегал, я поначалу не мог понять, почему на некоторых там базах его ваншотят, а где-то не ваншотят. Потом еще полистал Андрюхи Рылева видос. Там Андрюха разобрался. Там, короче, просто получается, что когда ты его высаживаешь, его можно ваншотнуть, да? Но если он выжил, да, и у него там ХП опустится ниже 50%, там его уже хер ты ваншотнешь. Больше 40 тысяч урона не пройдет, ну и плюс, ну, грубо говоря, хилиться будет. Но как бы это все херня, я думаю, там не сильно его ваншотать будут, когда он прокачается, да, на какой-то определенный максимум. А молчу уже про атрибуты, молчу там про подбор талантов, потому что это все временно стоит, я так понимаю, потому там еще ломают голову пацаны. Не суть. Это все, ребята, блядь, не суть. Как бы я охренел тут больше с чего, знаете? Где это было смотреть? Где это было смотреть? Магазин? Нет, не магазин. А вот, смотри. Отчеты, да? Веслоухий, 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 веслоухий. Я добавил моего сагильдийца, короче, к себе. В друзья, думаю, дай на него попадаю, нападаю, понападаю, да, проверю вообще, можно ли там миносом пройти, вот это все, как бы там Андрюха мне написал, говорит, ты там тестил, не тестил этого героя, вот. Я написал, что нет, он говорит, удачи завтра на БГ, потом смотрю, читаю чаты в гильдии, там, ёб твою мать, как БГ проходить, ёбаный ты хер, ты, короче, в чатах тоже там везде, где мог, почитал. Люди понимают, да, судя по всему, что битва гильдии сейчас перевернется с ног на голову. Я такой думаю, ну ладно, сейчас возьму, проверю. Там миносом нападу на него. Но я до миноса так и не дошел. Сейчас увидите почему. Смотрите, отчет. Вот это, грубо говоря, да, я решил напасть на него. Это моя первая попытка. Там у меня подобраны разные герои. Там Фрэнки, там новый герой. Зефирики, там, леди магии, там, ну, вот, короче, такие, оп-оп-оп, выкидываю. Ну, смотрите, там на экране еще за героя. Да, единственное, высадился, конечно же, сразу в тотем. Ну, просто он один, сука, недокачанный, просто трахнул, ребята, всех моих героев. Я не говорю, что я там супер... знаете, топ или еще что-то, но тем не менее, у меня там герои, там мастер рун стоял, это коза это стояла, Фрэнки стоял, Зефирик, полярный лис, ну и как бы новый герой. И тут я такой думаю, так, а вообще, есть ли мне смысл нападать, ну, типа, пытаться миносом его пройти? Что за херня? Че он Зефирика так трахнул, да? Вот, думаю, ну ладно, давай дальше, неуспешная защита, смотрим видос. Как бы я уже тут зашел с другой стороны. Вот, потому что понятно, что там тотемчик стоит. Такой иду, как бы чик-чик-чик, прижик. А, здесь я, походу, уже леди божество поставил. Вот смотрите, леди божество, при том, что это героиня у меня, она, как бы вам объяснить, она с точностью, да, не с уклонением, то есть она стоять должна меньше. И у нее, грубо говоря, прорыв там 10-й только, да. Вот леди божество он трахнуть не может. Но опять же, он еще не прокачанный. Он еще не прокачанный. Вот они там стояли, они бы бесконечно стояли, потому что он ее убить не может, и она его убить не может. И как бы идем дальше. Я уже там поменял героев. А, подожди, давайте я вам покажу, кого же он там расхерачил, да? Так. И леди божество. А, то есть здесь он сейчас не покажет, только когда время закончится. Ладно, отчет. То есть... мастер рун. Ну, как бы все нормальные герои, там с 30-м прорывом почти все, да, и леди божество единственное осталось жива, его убить не смогли. Ну, и как бы понятно, я там, ну, не собирал для этого специально героев, да, и вот это вот все. Но, сука, ну это показатель, да? Это показатель просто. Идем дальше. Тут я не знаю, что. Я там разных героев подбирал. Да, еще раз говорю, да, я их не собирал. Да, я там не самый пряморукий игрок там. И тем не менее, сейчас я кого высадил? А, я разных героев высаживаю. Вот сейчас Барда высадил, да? Вот, Бард, ну, Барда-то еще. Бард более-менее стоял-стоял и потом просто получил
получил люлей. То есть мой бард, который там выдерживает атаки многих топов, он получил как бы пиздюлю. Ну вот сейчас посмотрите, да, как барда трахнули, зефирика моего собранного на жизнь, не на атаку там какую-то или еще просто, зефирика, сука, моего с 30-м прорывом, он просто трахнул, блядь, без вазелина, просто без вазелина, сука, он трахнул. Как бы мне, я как битву гильдии буду проходить? Вы понимаете, он один стоит. А если он будет стоять там с 5 другими героями, мне как битву гильдии-то проходить, ёпта? То есть тут я не знаю, что я тестил. Я там по-разному все время героев подбирал. Тут он вроде с бардом, с леди божеством, да, с бардом, который всех поднимает. Ну, тут его трахнут. Тут его трахнут, причем моментами очень интересно бывает, то есть... Моментами он чуть ли там не всех разом долбит, а моментами, когда вот там, ну, каких-то определенных нужных героев подберешь, тогда как бы его насилуют. Но еще раз, этот герой не прокачанный. Он, по сути, он не собранный, понимаете? Он, ребят, не собранный. Здесь тоже я его трахнул, вроде бы, да? Как бы бац-бац, там мастер-рун. Ну, короче, только я поставил Леди Божество, Барда... Что-то как-то получалось. Что-то начало получаться, да, его там трахали. Ну, как бы бар там своих поднимает. Так, тут что? А, тут только вот мастера рун он убил, да? Но сам факт, зефирик пошел нахер там. Все пошли нахрен. То есть, понимаете, он один стоит. Он не прокачанный, он стоит один. Он всех героев моих трахает. Просто он всех героев моих трахает. Может быть, я сейчас паникую, но что-то мне, блядь, подсказывает, что на битве гильдии мы все пососем хуйца. Как бы единственное радует, что пососут хуйца не только в моей гильдии, а во всех гильдиях, да. Потому что, ну, как бы, когда топы, ну, я думаю, что многие топы сейчас его уже заполучили, там, из монарха, я думаю, кто-то ему сделал, наверное, первую эволюцию, кто-нибудь ему сделал вторую эволюцию. Я хочу его протестить, когда он будет уже там более-менее прокачан с подобранными созвездиями, чарами и второй эволюции, да, там как бы вообще отдельный вопрос по нему будет, да, буду ждать, когда кто-то докачает его таким образом, но то, что я сейчас увидел, то, что он, грубо говоря, вообще нахер без прокачки, и он моих героев вот так вот щелкает, да, я говорю, у меня не идеальные герои, но ебаный ты в рот, один, сука, герой не прокачанный, но он вот так вот просто мою пачку выносил, он вот так вот, как мне, то есть я начинаю битву гильдии с того, что я выкидываю зефирика, потом там миноса и так далее. Так у меня зефирик откинется раньше, чем, грубо говоря, я миноса выпущу. Мне сейчас как битву гильдии проходить? Мне как это зачищать? То есть я хер знает. Я реально хер знает. То есть, ну, битва гильдии покажет. Как бы уже посмотрим, я думаю, будет интересный стрим. Но даже если поначалу еще кое-как мы будем там... находить пути, мучиться, проходить, но типа, а чё потом? Типа, когда это все дело прокачается? Чё потом? И как бы это ладно, это фигня. Судя по всему, разработчики решили теперь, наверное, выпускать каждый месяц по 2 эпик-героя. Так что сейчас получается? Вот такие игроки, которые, как я, там, или не донатят, или по-среднему донатят, все они будут хер сосать. То есть я даже если выбью этого какого-то героя, я не смогу ему там, блядь, вторую эволюцию сделать. Вы там что, охренели уже все? Да, понятно, слушайте, идеальная система. Байтить людей, тратить пыль, короче, тратить бабки, выбивать этих героев. Чем больше повторок выбьешь, тем лучше, тем больше ты его прокачаешь и так далее. Ну, типа, вы там что, охренели? Во-первых, я так понимаю, это супер имбовые герои. У большинства игроков они будут не прокачанные. Типа вы, блядь, недостаточно из игры людей уходит. Да, это интересная система. Но куда уж больше-то усилять героев? Дегенераты, вы тупые, сука, вам в Макдональдсе надо работать. Да нет, блядь, даже в Макдональдсе вам даже там полы не надо, сука, мыть. Потому что вы тупые, блядь, дегенераты. Потому что, сука, если кто-то из разработчиков IGG, из девелоперов, вот кто эту херь придумывает, будет, блядь, работать в Макдональдсе, пожалуйста, расскажите, в каком. Я туда ни в коем случае не пойду, потому что, сука, это такие дегенераты, что там травануться можно. Ну, потому что, я не знаю, блядь, может там какой-то здравый смысл появится, может они не будут по 2 эпик героя в месяц выпускать.
Ну, типа, как их прокачивать? Откуда их выбивать? Блядь? Я не собираюсь так донатить в игру. Типа, окей, топы еще как-то будут жить пропивающие. Остальным игрокам что делать, блядь? Вы что, ебанулись нахуй? Ну, просто нет слов. Просто нет слов. Типа, окей, каких-то, да, они героев будут там давать в подземельях, но все равно сумасшествие полное. Я не знаю, что, ну, как бы, я понимаю, да, что я там уже не сильно люблю разбираться в игре, я блевать хочу на то, как написано описание умений в героев, на вот эти вот все замуты новые, разбор этих чар и так далее. У меня давно уже на это хер не стоит, потому что они все перемудили игру. Но, бля, ну, камон, ну, типа, что это, блядь, такое? Давайте еще битву гильдии испоганьте, дегенераты. Последние там люди, там просто огромнейший пласт игроков держится за счет битвы гильдии. Давайте испоганьте, блядь, битву гильдии. Ну просто я вам, блядь, поаплодирую. Я просто вам поаплодирую. Просто, просто красавчики, блядь, молодцы. Вот так держать, типа, блядь. Я, если честно, в шоке. Вот. И все, ну, как бы, ну, это такое. У меня более, знаете, это даже не тест, а... Как бы не знаю, такой крик души, но я просто. Ну, как бы это все интересно. Все эти прокачки, вот это вот умение, это все классно, прикольно. Но, понимаете, это для меня недосягаемый для меня герой. Даже если я его с пыли соберу, мне типа откуда повторки эти, блядь? Мне, блядь, сколько пыли надо покупать? То есть сколько я денег должен вложить, чтобы собрать, просто ему сделать вторую эволюцию. Нет, ладно, вы вводите эпик героев, но вы хотя бы сделаете так, чтобы, я не знаю, можно было бы сделать им вторую эволюцию. Ну, типа, стандартными способами. Нет. Нет, и сейчас, блядь, что, вы будете выпускать целую кучу героев, которым мы не сможем сделать ни первую, ни вторую эволюцию. Вы долбоебы. Ну вот вы долбоебы, блядь. Я не знаю. Ну, возможно, это паника, как бы, ну, как оно обычно бывает. Я паникую, все мы паникуем. Потом время проходит, мы как-то привыкаем, сглаживаются углы и более-менее дальше играем. Но сейчас что-то, ну, блядь. Ну, что-то как-то дебилы. Я не знаю. Ну, что-то как-то дебилы. Ждем битву гильдии, хочу посмотреть, как у меня получится проходить. Я думаю, у многих топов там она уже будет. Ну, как бы, каждая битва гильдии будет становиться все веселее, блядь, и веселее. На этом все. Я вам пожелаю огромнейшей удачи и всем пока.